нас, я не знаю, борются ли 73 килограмма спортсмены с Крыма, но спортсменов Крыма тоже 15 спортсменов. Участвуют в этих соревнованиях, да. Есть в этой высокой категории, да, вот смотрю в протоколе, Крымский федеральный округ, Ломакин Иван боролся. Хочу сказать, что финансовую сторону крымской команды и судей, и тренеров, и спортсменов взяла на себя Министерство спорта Российской Федерации, Федерация дзюдо России. Проезда именно на этот турнир. Да, с прошлого года, вот с апреля месяца, они участвуют на первенстве России, начиная с молодежного первенства до 23 лет в Тюмени. И хочу отметить, что в Ханты-Мансийске на чемпионате России спортсмены из Крыма завоевали несколько медалей. Порядка 3 медалей, по-моему, если память не изменяет. И уже попали в состав основной сборной, взрослой сборной команды России. На татами сейчас участвуют Иванов, Москва и Асабаев, Сулим. Северо-Кавказ, Чеченская Республика. О, какой бросок, о, какой подворот-то. О, Коша, через спину с захватом одной руки. Опять идет тактическая борьба, уже 1.5 минуты... Спортсмены проборолись. Опять встречается левша с правшой. Опасное движение. Учимато провел Асабаев. Константин Боев, центральный федеральный округ. Дайвинга, конечно, не было, он коснулся рукой, но тем не менее, нырок вперед мы четко видели. Готовит опять бросок Учимата, видно, что спортсмены Чечни. Коучи Гарри провел и переход в положение Неваза. Шемиваза проводит, да. Душит. Довольно-таки успешно душит. Ты прихватил ногу, да. И всем телом... Нет. Сорвался захват. Перешел. Болевой прием. Молодец. Продолжает атаковать в партере. Ну вот это, вот в таких случаях рефери, конечно, очень сложно видеть технику Шемиваза и смотреть надо за конечностями. Судейская комиссия просит удалиться тренера из Чеченской Республики за то, что подсказывает во время хода встречи не в перерывах между мате, а именно подсказывает по ходу встречи. Ну, по правилам соревнований, если тренера удаляют, он должен покинуть соревновательную зону. Он быстро покидает. Посмотрим, как, куда он бежит. Сейчас бежит на трибуну. И, видимо... И не имея, да, он бежит на трибуну, хочет теперь громче всех секундировать своему спортсмену. Ну, так и у правила. Если ты не умеешь вести себя нормально в соревновательной зоне, будь добр, удались, как зритель, сиди, смотри оттуда. А как зритель, как болельщик, пожалуйста, кричи, секундируй, говори, что думаешь. Да. Сорок секунд до конца встречи осталось. За всю встречу я не видел ни одной кинзы. Одни попытки и две ситуации перехода на Шемивазы и Канзе Цувазу у синего спортсмена. Нет мате. Нет, мате, не надо спешить. Это красивая борьба была, динамика. Бросок через спину. Тут же проследил, да, попытался еще зашагнуть за спину.
Если бы все удачно, можно было бы и оценивать, да. Да. Немножко поторопилась чуть-чуть немножко, да, Мате. Наша коллега. Ну, думаю, что вот эти все моменты с борьбой вне ваза, это тоже считается атака. Конечно, что да. Что удушающий, что болевой прием. Сейчас я думаю, что вот просмотровая комиссия смотрит именно последний момент, вот когда наш коллега поторопился отдать команду Мате. Ну и предыдущее движение тоже было немножко такое сложное для принятия решения. Атака, контратака. Была ли контратака? Вопрос еще. Сейчас здесь татами просматривают две камеры с двух сторон и судьи просматривают, член судейской комиссии даже подошел. Просмотровая комиссия. Да. Алексей Григорьевич Левинский, главный судья соревнований, также бдительно подходит к каждому татами, общим взором осматривает за происходящим и сейчас находится возле татами номер 3. Да. Умаров, вернитесь на татами, сделайте покой. Ну, это все делается в интересах, самое главное, спортсменов, в интересах тренеров, чтобы ошибка какая-то вот судейская, люди десятками лет готовятся к какому-то старту, подводят спортсмена, и чтобы, однако, все-таки есть человеческий фактор, любой человек и машина ошибаются, человек тоже может ошибиться, и как бы это делать неумышленно, ну, сами понимаете, такой накал страстей. Борьба, вот, приняли решение, оценка Юка. Кузуши было. Выведение из равновесия, да. И вот как вот сейчас продемонстрировано, так, точно такое же такое движение, действие, но да. Предыдущее движение было Кузушева здесь на бок. Да. Сорумаде? Да, именно вот за то движение, которое было вот начато с рабочей зоны и окончено